Анонс и точная дата выхода 25 серии турецкого сериала «Ловушка». 25 серия сериала выйдет в эфир 21 апреля. Ранее мы увидели, как Джерен пришла к Гювену и сказала, что Умуд ее прогнал. Он стал обвинять ее и самого себя, а также их любовь. Но сейчас умерла его сестра, и он не может делать вид, что ничего не произошло. Джерен испытывает большую боль, и ей кажется, что ей сердце вырвали из груди. Гювен считает, что Умуд сейчас наказывает не Джерен, а себя в первую очередь. Умуд посоветовал Джерен, чтобы она перестала на него надеяться. Он не будет спасен, и значит никого не сможет осчастливить. Демир заявил о том, что если он начал какое-то дело, то обязательно доведет его до победоносного конца. Джерен очень раскаивается в том, что сдалась после услышанных пары гневных фраз. Она говорит Айше, что не смогла защитить Умуда от этой темноты. Айше пришла навестить Демира в тюрьму. Она сказала ему, что теперь они хотят не справедливости, а желают мести. Но это лишь рассмешило Демира. Мэйта говорит о том, что Демира Гюмашай никто и никогда не сможет победить. Гювен ответил Мэйте, что тот человек, которого он называет Демиром Гюмашаем, убил его жену. Демир заявил, что либо он или же Умуд, один из них должен быть повержен. Он сделает все для того, чтобы Умуд попал в его тюрьму. Умуда берут под арест. 25-я серия сериала выйдет в эфир 21 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.